Всем привет! Сегодня видео, как в Германии сажают яблоки. Сейчас буду показывать, рассказывать все. Короче, сажают они вот так рядами. Яблоки в рядах идут. Вот это летний сорт. Видите, сколько тут на одном на одной яблоне яблок. Яблони такие короткие. Но выдают очень много яблок. Покрывается сверху сетка от птиц, чтоб не клевали птицы. Так, идет полив. Здесь идет ленточный полив. Когда засуха, их включают и поливают яблоки, чтоб они вырастали, созревали, короче, не сохли. Иначе, если урожая не будет, фермер будет бедный. Так вот, тут и есть и молодые еще яблоньки, есть постарей. Ну, яблок очень много здесь. Так, не знаю, что за сорт. Такие вот, они уже мягкие, продавливаются, как конфетка, что ли. Типа конфетки, что-то такое. Сорт. Ну, различные. Там он до самого верха, там вверху. Дальше идут груши. Ну, грушам я уже не пойду. Это очень долго. Сейчас уже жарко. Так, курс только о яблоках. И по низу деревья какие-то, как круглые. Сорт какой-то яблони. Вот каждое дерево с наростом каким-то идет. Но не все. Все идут от одного до первого, до последнего. Даже вот маленькие новые. Новые уже тоже вот видно, шишка. Шишками идет с наростами. Интересно, что за сорт такой? Как у слона нога, да, снизу смотрит, сорт как слоновый. Как копыта от ног. Я понял, это сорт слоновых. Там проволока идет. И вот так шланг подвязанный. Каждому дереву понизу идет. Все. Вот так вот такие вот яблоки. Здесь вот видим уже молодые яблоньки. Сорт уже другой. Тоже поливаются. Сетка вот тут. На растяжках стоит, балки железные, сверху резиной, чтобы не гнили, тросами все скручено и все огорожено, чтобы птица не залетала и не клевала деревья. Ну, яблоки, короче. Так вот. Здесь уже розлик сверху идет снизу, шланг пережатый. Значит, розлив там выше где-то. Так вот, ниже тоже сорт другой яблок. Тоже деревья
находится под сеткой, тоже все облеплено. Это уже осенний сорт, потому что яблоки мелкие, вон какие, маленько, с розовым боком уже, розовеет. Тоже ряды, тоже все затянуто сетками. Там тоже. Интересно. Все усыпано прям до ствола. Смотрите, прям пучками яблоки растут. Смотрите, какой урожай будет. Прям все битком полно. Некоторые даже вырастать не успевают. Уже на раз хватит, чтобы их пожарить. Что, дров набрал? Черешни. А, черешни, ну, самое коптить вот, хорошо. Самое то на шашлык. Плодовые яблоки я взял. Вот это рапс. Биодизель, с которого давит рапс ел. Масло рапсовое. Тоже уже подспевает. Семена такие вот черные, уже готовы почти. Скоро будет жать, скосит все, вот отжимать масло, продавать на биодизель. Это слива, здесь она открыта, этот мало, какая-то слива здесь. Торн, видать, какой-то. Ну, это так, видать, один ряд. Потом идет черная смородина, тоже. Тоже капельный полив. Такой вот, типа шланга, ленты. Такая вот черная смородина здесь на кустах растет. Так, все, идем дальше. Тоже рядки поливаются между собой. Тоже розлив сверху идет. Шланги подвязаны все к рядам на проволоке. Вот этот крыжовник. Крыжовник что-то попал здесь. А, да, крыжовник он там идет дальше. Крыжовник вкусный. Ну, что-то мало его. В этом году. Видать, молодой. Так, ладно, идем дальше. Вот это у них. Телеска какая-то по сбору. Там ящики. Все, друзья, будем прощаться. Следующее будет видео о ежевике.